вернут. Как, что это значит? Смотри, гуру – это ученик, вода, прошу прощения, лотос – это ученик, вода – это гуру. Лотос находится под солнцем, он растет только благодаря лучам солнца. Но интенсивность обмена чувствами Кришны столь велика, ну, например, если сравнить тебя и муравья, помните фильм «Кинг-Конг»? Кинг-Конг полюбил какую-то там женщину, но Кинг-Конга, ну, другие, ну, обмен чувствами, он может быть только очень ограничен. Кришна безграничен. А джива ограничен по своей природе. Поэтому между безграничным и ограниченным, ну, как понимаешь, между, например, сетью и компьютером должен стоять конвертер. Конвертер – это тот, кто может конвертировать шахти, энергию из грубой в тонкую. Поэтому, когда ты предлагаешь что-то гуру, Кришна не исходит в форме гуру. Иначе Кришна недостижим. Мы понимаем Кришну за что-то ограниченное. Кришна недостижим в своей категории, он слишком высок. Но не зайдя в своей трансцендентной форме как гуру, он же. Например, да, он говорит, я же компьютер, я же конвертер. Я же процесс. Кришна же все объясняет. Он говорит, я это божество, брахма. То есть, кто понимает мою природу, тот понимает, что я проявляю себя посредством энергии, как, например, лампочка и свет, не отличны друг от друга. Но как ты увидишь лампочку? Только благодаря свету. Как ты увидишь Кришну? Только благодаря его энергии. Поэтому Кришна есть изначальное мужское начало, а Радхарани изначальное женское начало. Что важнее? Мы говорим Радха Кришна. Его энергия идет впереди. Понятно, да? Поэтому это такой как бы процесс. Шакти и Шактиман. Поэтому Шрила Шридхара хорошо объясняет. На более глубоком понимании мы видим, что гуру – это энергия Кришны. На более далеком – это Кришна. Так же, как для неофита Кришна главное. Для того, кто понимает, он видит, что нет, шахти в Радхаране главное. Понятно, да, то есть как бы, ну от, ну, как бы скажем, да, то есть приплываешь к острову, сначала тебе кажется, что гора важнее, а потом ты говоришь, нет, не гора, а пляж, который ударил. Гора просто большая, она, ну, на ней держится все. На самом деле, что вокруг тебя. Поэтому Кришна говорит, Джанма Карма, Чамеди Вьям, Смарам Юрити Татвата, кто поймет меня, мое окружение, мой мир, моих преданных. Бог говорит, кто поймет для меня, что я в принципе себя как Бога не позиционирую. Кришна себя как Бога не позиционирует. Иногда говорит, что он говорит. Улыбайся, я Бог. Но я не хочу быть для тебя Богом. Там бабки, свечки, там 600 грусадес, за здраво, за упокой. Вот там я могу, вот там кто угодно может быть Богом. Ну, понимаешь, когда приходишь ко мне в офис, я говорю, нет, ребята, я ничего не решаю, вот моя секретарь, она решает всего, больше всего. Ну, потому что если вам нужны там спаси, сохрани, то вот секретарь, она занимается спасением, сохранением. Если речь идет обо мне, я должен быть за пределами этого всего. Звоните 001, там 004, обращайтесь и так далее. То есть принцип Бога состоит в том, что до какой степени у тебя есть к нему личный вопрос. Ты теоретически можешь стать с королевой Таиланда, с президентом России. В какой степени у тебя будет личный вопрос? Что ты можешь предложить ему? Ты увидишь, что ты можешь стать с королем только в категории служения. Когда мы делали проект, королева пришла к нам с первого. Покупать историческое кино. Потому что мы предложили это служение. Понимаешь, да, то есть, ты можешь только достичь, да. Кто-то из тайцев, он бы упал, там, сказал бы, вау, круто. Потому что ты можешь только предложить свое служение Высшему. Ты не можешь использовать Высшее. Ты можешь только предложить Высшему свое служение. Поэтому Кришне ты можешь только предложить свое служение. Если твое служение искреннее, совершенное, оно удовлетворяет окружение Кришне, тогда Кришна говорит, окей, good, put on the list. Если у тебя есть личные интересы Кришне, срочно надо познакомиться с Кришной. Окей. То есть вариантов у тебя не будет. Поэтому, когда в Индии вам говорят,
Тот вот Гуру Иисус тебе скажет, Кришна. Или ты скажешь, кого ты служишь? Кришне напрямую. Значит, это неофит. То есть Сарасвати Тхакура я встречал разных и говорил, вот этот великий преданный, вот этот великий преданный. Он тоже, почему руководство не служит Богу? Я говорю, я слушаю Гуру. А, хорошо. Не о чем разговаривать. Поэтому мы знаем, кто твой учитель. Кто тот, посредством которого ты соприкасаешься с тем планом бытия. Кто тот, кто тебя соприкасен с тем миром. Если тот мир существует, да? То есть, гипотетически ты можешь попытаться соприкоснуться с ним напрямую. Ну, иди познакомься там с мэром Москвы, там, с президентом. И ты увидишь, что все равно ты будешь вынужден найти того, кто тебя реально сможет пригласить туда за руку. Хотя, в принципе, мне как бы казалось бы. Поэтому мы говорим о таких историях. В Писании много об этом говорят, просто мир гуру – это тоже безграничная категория. Как, например, там, школа, да? Начальный учитель, средний учитель, высший учитель, ординатура. На каждом учителе, на каждом этапе учитель тебя учитель. Между начальным учителем и высшим учителем есть только разница в школе. Если ты придешь в первый класс и скажешь, я хочу себе высшего там, классного руководителя, меня интересует там, физика. Ты скажешь, ты квалифицирован, ты должен пройти. И тогда ты на самом деле ты увидишь, что учитель один. Он просто приходит к тебе в разных формах, когда ты готов. И ты поймешь, что между начальным учителем и высшим учителем разницы нет. Просто один тебя будет учить палочкой рисовать, а другой тебе будет давать какие-то высшие идеи. Но и тот, и другой играют важную роль в своем духовном образовании. И ты поймешь, что это не какой-то учитель. Это может быть его любовь к передаче знаний, но это еще и само знание. Понятно, да, что это как бы еще от учителя зависит, его настроение, его передача знания, вот, его личные качества. Но все на личностном плане построено.